x и y – целые числа, p – простое число, причем x квадрат минус py квадрат равно единице. Давайте докажем, что если число x четное, то хотя бы одно из чисел x минус 1 и x плюс 1 – квадрат. А если, на самом деле, не хотя бы, на самом деле, просто одно. Если x нечетное, то одно из чисел x минус 1 и x плюс 1 – это удвоенный квадрат. Доказательство очень простое. Перенесем единицу налево, а py квадрат направо. Получаем два множителя. Они отличаются на число 2. Значит, если x четное, то это взаимно простые числа. И одно из них это p умножить на квадрат, а другое квадрат. А если x нечетное, то у этих множителей есть общий делитель 2. И в таком случае один из них это квадрат удвоенный, а другой это удвоенный квадрат, умноженный на просто. Мы не знаем, в каком порядке, но вот такое разложение. А здесь просто а квадрат и b квадрат тоже непонятно, в каком порядке. Заметьте, что это утверждение верно даже когда p равно 2. Тогда обязательно число x будет нечетным.